Ты уже встал? Присаживайся, съешь хлеба. Совсем мы с тобой редко стали видеться. Брат, а нет сыра, оливок? Нет, закончились. И рис закончился. Все закончилось. Осталось немного помидоров и фасоли, но скоро и они закончатся. Сливочное масло было, но теперь и его нет. Остался только маргарин. Ладно, я съезжу в город, привезу. И кебаб тоже привезу. Привези, привези. Привези дурум. Захотелось съесть дурум. Я здесь скоро с голоду умру, а тебя днем с огнем не сыщешь. На рыбу уже и смотреть не могу. Почему бы тебе самому не съездить в город? Съездили бы с рабочими. В городе у меня колени болят. Хотя здесь тоже болят. Ты все время себя изводишь. Сам делаешь всю работу. Оставь, пусть рабочие этим занимаются. Пока есть силы, я сам все могу сделать. А потом посмотрим. На все воля Аллаха. Может, стоит взять какую-нибудь женщину, чтобы убиралась, готовила? Да и тебе нужна забота. Разве на нас посмотрят женщины? Наймем, брат, наймем. Не навсегда. Не навсегда, говоришь? Да неудобно перед рабочими-то. Брат, я имею в виду прислугу. А ты о чем подумал? А, ну раз прислугу, ее найти несложно. У Ирфана есть одна знакомая женщина, он ей скажет. Будет приходить раз в неделю на 3 часа, а ты в это время будешь уходить в горы. Ты знаешь, говорят, она очень вкусно готовит. Попросим ее замесить тесто и приготовить буреки. А ты вернешься, вместе поедим. И тесто умеет месить? Умеет? Я поеду в Бурсу, Фатма. Нужно купить запчасти. Увидимся вечером. Ступай с Богом. Здравствуйте, мастер. Здравствуй, Марьяман. До встречи. До свидания. Здравствуй. Как поживаешь? Заходи, Марьяман. Заходи. Уже пора дать цветам подпитку. Я закончу дела по дому и сегодня же полью их удобрением. Вчера вечером засватали Ильясу девушку. Поздравляю. Дай Аллах им долгую совместную жизнь. А кто эта девушка? Я ее знаю? Знаешь. Давай кофе выпьем. И себе свари. Берем в невестки дочь очень знаменитой и уважаемой семьи, дорогая. Разумеется, ты их знаешь. Она дочь того человека, который убил твоего сына. А мать у нее настоящая госпожа, такая воспитанная. А дочь? А дочь вовсе редкий экземпляр. Спасибо. Если бы ты знала, что произошло за это время. Все хорошо, госпожа Фатма. Мой сын в прошлую ночь украл девушку и привез ее домой. Ты смотри, вот негодник. Девушка, дочь отставного полицейского Бахаттина. Да, мы пропали, Марьяман, пропали. Ты ведь знаешь эту семью. Расскажи мне о них.